Театральная постановка «Волшебная роса» прошла в концертном зале детской школы искусств станицы Северской. 3 декабря коллектив «Светлячок» подготовил для детей с ограниченными возможностями здоровья музыкальную сказку. Мероприятие проходило в рамках Международного дня инвалидов. А искусство – это вот что. «Волшебная роса» – это история о том, что даже в самых сложных жизненных ситуациях не стоит терять надежду. Спектакль объединил разные жанры театрального искусства. Помимо музыки и танцев, зрителям показали и настоящие батальные сцены. Это настоящее сражение происходит по всем правилам военного искусства. А кто на кого напал? Скорее всего, напали мухоморы. Но грибы и ягоды знали о нападении. Они соорудили что-то вроде крепостной стены и подготовили снаряд. В итоге победило все-таки добро. Волшебство помогло лесным жителям успешно противостоять болотному царству. А увлекательный сюжет, сказочные декорации и яркие костюмы не оставили равнодушными самых взыскательных зрителей.